Сложная структура этих кораллов служит убежищем и источником пищи для тысяч видов рифовых рыб. Многие из этих рыб держатся поближе к своим норам, чтобы не быть застигнутыми врасплох хищником. Но некоторые животные, такие как папуасские скорпены, так хорошо маскируются, что могут прятаться прямо на виду. Скорпены, или морские ерши, самые ядовитые в мире семейства рыб. Эти смертельно опасные хищники прячутся в расщелинах или на вершинах рифов, набрасываясь на ничего не подозревающую жертву. Скорпены названы в честь скорпионов из-за острых смертельно ядовитых шипов, покрывающих их тела. Существует более 200 видов рыб-скорпионов. В этих тропических водах живет еще несколько видов ядовитых убийц.